Сборная факультета физической культуры Сургутского государственного университета. Команда «Амстердам Сити». Женя, бери его, он меня бесит. Жень, тихо, хватит. Ты вообще кого убрал? А кого надо было? Его надо было! Ты своей головой думаешь? Это Чак Норрис! А это какой-то там Кирилл! Женя, меня с детства бесит Чак Норрис, убери его! Ладно. Уважаемый Чак Норрис, может вы уйдете со сцены, пожалуйста? Дай меня. Блин, Саша видел продолжение этого фильма, я знаю, что будет дальше. Жень, не будь тряпкой, иди удачи от Чак Норриса. Мне нужно, чтобы он хотя бы разозлил как-нибудь меня. Мы на яхте провисели 2 недели. И это ты называешь удар. Выбирай, в пузо или в лицо. Ну давай уже в лицо. Ладно, приступайте, а я пойду. Друзья, как вы поняли, вас сейчас ожидает очень много сомнительного юмора. И, Кирилл, ты почему до сих пор лежишь? Я показываю уровень жизни в России. В смысле? Ну, мало не поднимаются. Кирилл, это не твоя проблема, поднимайся. Ладно, тогда мы поехали. Саш, мне кажется, я его слишком сильно стулом ударил. Я заметил. Друзья, как говорит начальник Жека, Жека! Радуйтесь, пошла жара Батрова! Ну а сейчас я познакомлюсь с участниками нашей команды. Это Кирилл. Это я, отвратительная рожа. Кирилл никогда не покупал презервативы. Все потому, что не с кем было. А это Женя. Женя всегда учился на одни пятерки. Да потому, что тоже не с кем было. Среди всех этих мальчиков, Александр, ничего личного. Слушай, если ты сейчас не успокоишься, я всем скажу, что ты снимался в фильме «Горбатая гора». Жень, ладно, все, я больше не буду. Хорошо, я не скажу. Пацаны, радуйтесь, сегодня у нас родилась динамика. Ну и сколько? Ну такая не маленькая, 3800 примерно. За 2200 отдадим никому не надо, нет? Согласись, прикольно, да, электрошокер, ну вот оно видно. Друзья, а на следующей шутке вы будете смеяться практически все. Но для этого вам нужно будет повторять все то, что мы будем показывать вам на сцене. Друзья, давайте все вместе поднимем правую руку вверх. Жюри тоже участвует. Поднимаем. Друзья, не стесняемся, поднимаем. Отлично, все поднимаем. Хорошо, теперь левую руку в сторону выставляем. Выставляем. И вот так делаем друг другу. Кути. Друзья, следующая ситуация такая же невероятная, как обещание соседа отдать треть через неделю. Представьте, обычный ГИБДДщик и ниндзя. Что, больной что ли? Или пьяный? Ну-ка ты, дыхни в трубку. Как секс, их постоянно хочется. А теперь представьте, наша команда где-то в горах. Ребят, стойте, тут уровень примерно 2 метра, но не вредит, что делать-то? Жень, можно вопрос? Ну да. У тебя какой рост? Ну примерно 2 метра. Саша.
спасибо, спасибо. А, отлично. Хоть жить нормально все, нет? Слушай, он мне напоминает маленькую черепашку, которая упала и не может подняться. Жень, давай помогу, а? Все нормально, Жень, да? Ребят, согласитесь, мы сегодня хорошо заходим. Ну, естественно, я же билетик в автобусе сел. Счастливый? Нет, просто когда я голоден, мне не принципиально. Друзья, а сейчас... Саш, стой, ты уверен, что эта шутка сейчас зайдет? Зашла в дверь, зайдет и тут. Смотрим, ограбление банка. Все решили ограбление, мать его! Ой... Вон там. Спасибо, Милашка. Жень, у меня вопрос к тебе. Ты сейчас с кем работаешь? Грузчиком в Армани. Зачем? Ну, мне нравится носить брендовую одежду. Друзья, я напоследок так чисто поржать. Спайдермен на рыбалке. О! Друзья, и за финале наше выступление мэр города Амстердама Турлиген. Турлиген, вот зал, ваши последние слова. Что означает, с вами была команда Амстердам Сити. Улыбайтесь чаще.